Привет, друзья! Жили мы, жили и, наконец, дожили до этого исторического момента. AppleInsider.ru разыгрывает... автомобиль! Да не какой-нибудь, а Mercedes SLS AMG. Условия конкурса чуть позже, а пока смотрите заставку и щипайте себя, вдруг это действительно сон. Вот он, красавец, жемчужина германского автомобилестроения Mercedes SLS AMG. Автомобиль создан не сомнительными кулибинами в каком-нибудь подпольном цехе под Шэньчжэнем, а изготовлен по лицензии самого автопроизводителя. В результате кропотливой работы удалось воссоздать точную копию прославленного SLS AMG в масштабе 1:16. Мальчики, помните, как в детстве вы радовались, когда вам дарили модельку автомобиля с открывающимися дверцами? Так вот, здесь не только двери открываются, кстати, посмотрите, как это элегантно, но еще и загораются поворотники, аварийные сигналы и даже приборная панель, на которой можно рассмотреть навигационную систему. Что уж говорить о дизайне кузова, который проработали, не упуская из вида даже малейших нюансов. Короче говоря, создатели этой игрушки подошли к работе максимально скрупулезно, чтобы как можно точнее воссоздать в миниатюре автомобиль, о котором мечтает каждый нормальный человек. Стоп, скажете вы, почему мы смотрим видео об игрушечной машинке на appleinsider.ru? Ну, очевидно же, модель имеет дистанционное управление с помощью iPhone или iPad, на котором установлено специальное приложение. Отсюда вы можете делать все, что необходимо. Рулить, газовать, тормозить, бибикать, включать аварийку и поворотники и, конечно же, эффектно открывать и закрывать двери. Представителям поколения 30-летних, которые сейчас наверняка вспоминают фильм «Назад в будущее», напоминаю, в 80-х айфонов не было, так что Марти Макфлай вам только позавидует. Управление осуществляется как при помощи гироскопа и акселерометра, то есть посредством наклона вашего устройства, так и в режиме джойстика. Второй режим мы сочли более удобным, так как при первом риск въехать в какое-нибудь препятствие был гораздо выше. Игрушка питается от 4 пальчиковых батареек, и этого хватит на несколько часов безумных гонок. Кстати, эта модель имеет встроенную Bluetooth-колонку, поэтому прямо на автомобиле можно стримить музыку из вашей медиатеки. А чтобы фана было еще больше, есть возможность включить режим, при котором автомобиль будет сверкать лампочками и танцевать в такт музыке. Даже настоящий Mercedes SLS AMG такое не может. Итак, подошел момент рассказать о самом приятном и интригующем. Этот автомобиль может стать вашим, причем больших усилий при этом прилагать не нужно. Итак, AppleInsider.ru и сервис Бандеролька дают вам возможность стать обладателем iOS управляемой автомодели Mercedes SLS AMG. Условия очень простые. Быть подписчиком канала AppleInsider.ru на YouTube, подписаться на аккаунт Бандерольки в одной из социальных сетей Instagram, Twitter, Facebook, ВКонтакте, поделиться ссылкой на этот конкурс в соцсети, заполнить Google форму, которую можно найти в статье на AppleInsider.ru, посвященной этому розыгрышу. Как видите, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы присоединиться к участникам розыгрыша. Не поленитесь, выполните все условия, и, возможно, именно вы получите этот замечательный приз. Желаю удачи!